чизкейк ореховый я готовлю с орехами пекан, они отлично подходят для подобной выпечки. Попробуйте этот нежный, вкусный чизкейк. Чизкейк ореховый – это нежный, сладкий, сытный десерт. Приготовите вы его очень быстро, на это не уйдет много хлопот и времени, ингредиенты тоже вполне доступные. Вы вольны сами выбрать, с каким сливочным сыром будет ваш чизкейк. Крем-глазурь, которым мы поливаем испеченный чизкейк, готовится также просто и вы можете использовать его для другой выпечки. Читайте рецепт чизкейка орехового с фото. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Измельчите печенье и добавьте к ним яйцо, все хорошо перемешайте. Полученное тесто, основу для нашего чизкейка, выложите в форму для выпекания, предварительно покрытую пекарской бумагой. Измельчите орехи пекан. Смешайте белый сахар, ванилин и сливочный сыр. Добавьте яйцо и перемешайте все еще раз. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Затем добавьте измельченные орехи пекан и муку, перемешайте, и полученное тесто вылейте на основу для чизкейка. Запекайте чизкейк ореховый 45 минут. В кастрюлю вылейте сливки, насыпьте коричневого сахара и добавьте сливочное масло. Все растопите и перемешайте, у вас получится коричневый крем. Вылейте ваш сливочный сахарный крем на чизкейк ореховый. Как только он приготовится, у вас получится потрясающая глазурь. Чизкейк ореховый готов. Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество. Далее. Шоколадное печенье, 150 грамм. Сливочное масло, 50 грамм, яйца, 2 штуки, сливочный сыр, 500 грамм, ванилин, 1 чайная ложка, сахар, 170-180 грамм, мука, 1 столовая ложка, орехи пекан, 60 грамм, коричневый сахар, 70-80 грамм, сливочное масло, 50 грамм, сливки, 1 столовая ложка, количество порций, 3-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем добра, заходите еще.